В Минусинске состоялось торжественное открытие Центра культурного развития. Этого события горожане, жители района и близлежащих территорий ждали с нетерпением, несмотря на периодически возникавшие проблемы, связанные то с ходом строительства, то с внезапно свалившейся на наши головы пандемией. Ждали, что называется, не зря. Мечты сбываются, особенно если это мечты министра. Хорошо помню, как я стоял примерно где-то в этом месте и представлял, что где-то здесь будет сцена, здесь зрительный зал. Мечтал о том, что когда-то увижу на этой сцене артистов, а в этом зале увижу вас. И сегодня все это случилось, и, конечно, я очень рад. Мне кажется, что открытие нового культурного центра изменит жизнь вашего города, всего Минусинского района, и центр по-настоящему станет культурным флагманом юга нашего большого Красноярского края. Артисты, как и ожидал министр культуры, действительно вышли на сцену. Причем это были артисты с большой буквы, что для культурного Минусинска дело привычное, а вот гостям на удивление. Свое рождение Центр культурного развития с размахом отметил концертной программой «Минусинск. Город с душой». На сцену выходили Красноярский филармонический русский оркестр имени Бардина, солисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Хворостовского и практически не уступающие в мастерстве столичным артистам творческие коллективы города Минусинска. Город ждал этого концерта несколько лет. Наш центр рождался сложно, тяжело, поэтапно, и вот он входил в жизнь, и сегодня мы наконец получили этот прекрасный дворец культуры в полном его полной красоте, и то, что мы с вами посмотрели, это удивительно. Здесь будут заниматься наши дети, здесь будем заниматься мы с вами, взрослые, развивать культуру, все, что касается нашей действительно ценности духовной, душевной, культурной, все будет происходить здесь. Места действительно хватит всем. Зрительный зал центра рассчитан на 484 места. Общая площадь составляет 5300 квадратных метров. Перед зданием уложена брусчатка, оборудованы газоны, построена автомобильная парковка на 33 места. Эти размах и красота обошлись краевому бюджету в 306 миллионов рублей. Деньги немалые, но вложены со смыслом и видением перспективы. Когда я был совсем еще юным депутатом на заре своей политической карьеры, пришел к очень опытному мэру Минусинска Анатолию Ивановичу Кекину. Вот, что, давай, значит, надо, что... Он посмотрел на меня так многозначительно, говорит: знаешь, Владислав, у нас земля очень в Минусинске дорогая, но я берегу один участок в центре, и там должен быть ДК. Вот с точки зрения человеческой жизни прошло не очень много времени, но сегодня полным ходом строится бассейн, будет реконструкция, нет сомнений, драм-театра, мы открываем сегодня ДК, да и в целом, ни у кого нет сомнений, если мы сделаем все, что задумали, то к своему 200-летнему юбилею, 23-му году, южная столица края преобразится. Преображение, можно сказать, уже началось, и впереди два года до грандиозного юбилея города. Работы море. Допускать ошибок и недоработок нельзя ни в коем случае. Ведь именно таким, каким город предстанет перед взорами почетных гостей в 2023 году, он и будет запечатлен на очередном промежуточном этапе своей истории, в памяти ныне живущих минусинцев и в документах, адресованных потомкам. Это наш город, будущее наших детей и внуков. А значит, стоит не жалеть сил ради того, чтобы жить на Минусинской земле было в том числе интересно. Нам еще работать и работать. У нас еще 30 объектов культурного наследия восстанавливают. У нас дороги, у нас инфраструктура, у нас Минусинка и Минусинская протока. У нас концерты и праздники, и гастроли других коллективов. И, безусловно, сейчас Минусинский драматический театр переезжает сюда. И пока это будет временным домом, пока мы восстановим, ну, в прежней красоте, может быть, даже лучше, наше основное здание Минусинского драматического театра.